Рекомендую вам подписаться на паблик Бэшика, в котором вы найдете множество различной информации по Расту, мемчики от подписчиков и много добра. Ссылочка будет в описании под видео. Всем привет! С вами B16. Я нахожусь на прелиз ветке, на которую залили новые пещеры. Давайте взглянем, что же это такое, что нас ждет. Поначалу у меня было не очень хорошее впечатление, позже я объясню почему. Кстати говоря, над каждой пещерой расположена вот такая вот циферка. Я думаю, разработчики сделали это специально, чтобы мы сильно их не искали. То есть 7, 8, 1, кстати говоря, цифры эти не по порядку идут, они повторяются. То есть я находил несколько восьмерок, несколько семерок, единички, тройки. Вот она наша пещера, значит, да? Вот она, вход в эту пещеру. Но прежде чем мы зайдем, давайте просто посмотрим, насколько она большая. Итак, ну, вроде бы много, но вроде бы что-то тут не так. Я поначалу не понял. Думаю, ну, что-то вроде как-то и много, и не очень. То есть они как бы большими кажутся, классными, но чего-то не хватает. А потом я увидел трос, тянущийся глубоко вниз. И тут меня осенило. Ребята, они огромные. Они очень огромные. То есть, это, конечно, не уровень Фореста, но они реально здоровые. Просто разработчики еще не решили проблему с водой. В принципе, сами пещеры — это большой костыль на Unity. Они писали в одном из дев-блогов, что не так-то просто это сделать. А вот вода, ну я не знаю, как они там будут с ней разбираться, но разберутся. То есть в данном виде, как получается, полностью исследовать пещеры вы не сможете. Возможно ведут акваланг. Но я, конечно же, утрирую, потому что акваланг, скорее всего, вряд ли ведут, просто-напросто решат проблему с водой. Потому что давайте проверим один момент, смотрите. Вот сейчас я уже под водой. Сейчас, если включить ее, вот вода, ни черта не видно. Так вот, я под водой. Дело в том, что здесь можно строить. Такими вот штучками отмечаются зоны для строительства. То есть в этих зонах можно строить постройки, размещать что угодно и тому подобное. Но давайте-ка мы просто зайдем, а не будем залетать сюда с ноклипом. Щелк. Если я подготовил винтовочку с фонариком, ну типа, чтобы погрузиться в атмосферу по полной. Так, а что за какой-то лак вот этот, глушитель что ли летает? А ну-ка, давайте снимем глушак. А ну. О! Все. Ничего больше не летает. И прежде чем мы спустимся в самую глубь, у нас как бы сейчас еще день. В пещерах у нас будет ночь отдельно регулироваться. Об этом тоже писали. Я не уверен, что именно этот функционал уже залит на пререлиз. То есть, может, над ним еще толком и не работали. Но здесь, как видите, свечение отличается. Сверху у нас солнце. Здесь у нас темновато, но не темно. Фонарей у нас нет. Должна быть темнота. Кстати, освещение еще и глючит немножко, да. Давайте просто сделаем ночь. Так, F1. Я пока воду включу, чтобы мы знали, где она. Так, end time, да? Давайте сделаем просто так вот. О, нормально. Сейчас посмотрим, будет ночь, нет? Упс. Где моя штукенция? Во, атмосфера, ребятки. Вот просто атмосфера, давайте вот так сделаем. Сейчас факел возьму. Кстати, насчет факела. Мне всегда говорят, бери броню, бери вот то, бери самое ценное. Зачем ты таскаешь с собой факел и кирку? Кирку я просто забываю выкидать, но с другой стороны, я всегда таскаю с собой какое-то одно оружие ближнего боя. Мало ли что, уронили, потом подняли, сам встал. Взял кирку, топор, добил. А так у меня ничего не будет. Факел ношу для того, чтобы не заблудиться в своем доме, как у меня часто это бывает, потому что было пару раз, что я ждал утра, потому что не мог выйти из своего дома. Дверей было много, было темно, ну вы поняли. Так, что у нас за этой дверью? Дверка у нас неоткрываемая. А, понятно. Так и должно быть. Все понятно, ладно, не будем тут пролетать. Атмосфера уже чувствуется. Единственный нюанс, такой огромный нюанс. Нас тут никто не убьет, кроме реальных игроков. Бояться некого. Разве что медведь залагает и зайдет в эту пещеру. Хотя, мне кажется, у него интеллект не прописан, и он не способен на такие вещи. Это уж слишком круто для него. И, кстати говоря, вот... В пещерах очень бы пригодились флайеры. Очень. Они реально были бы полезны, но, к сожалению, у нас, по-моему, нет флайеров. Освещение проглючивает. Я вот тут, получается... Ну да, вон, ребята, видно справа. Дальше углубление, по-моему, идет, да? Так. Вот так вот. Рос. Круто тень. Я, правда, не знаю, куда идти, на самом деле. Поэтому сейчас тут вслепую просто ходим. Опять эта дверь. О, во, я нашел. И что-то все равно лагает, ладно. Так, вот у нас получается уже вода. Давайте, знаете что? Давайте я не буду плыть. Мы сейчас включим день и нормально на все это посмотрим, потому что иначе все как бы сложно получается. Вода все-таки мешает. Мы ее выключим.
И кинем взглядом наши чудесные пещеры. Так, я так понимаю, плавать здесь бесполезно. Я, наверное, просто так плыву сейчас, да? Понимаю, что вся сила Фореста в его пещерах. Там это, грубо говоря, суть игры. Но и здесь это круто. Поначалу, да, я немножко был так удивлен, думаю, ну как-то маловато. Ну не то что-то тут, не то. А потом смекнул и врубился. Мы просто сейчас другую пещерку исследуем, потому что здесь вода и все как бы не круто. Не видно ничего. И в принципе, я сколько пещер облетел, практически везде такая же ситуация. То есть все под водой, большая часть под водой. Я находил какие-то мелкие пещерки, но, как вы знаете, они будут делиться на несколько уровней сложности. Соответственно, вот это, я так понимаю, одна из самых сложных. Здесь убиться можно будет очень просто. Но давайте посмотрим что-нибудь другое. Пещера под номером 9. Кстати говоря, такую я еще не находил. Интересно, насколько она здоровая. Так, давайте-ка воду вернем. Окунемся под текстурки и сначала окинем взглядом все. Угу. Она здоровая, она очень здоровая. Если мы сюда, получается, спрыгиваем. Так, я с гудмодом специально, чтобы не убиться. А, примерно такой я уже побывал. Ну нет, это была не девятка, конечно, не такая здоровая. Вот очень не хватает каких-нибудь неписей, чтобы нас кто-то мог убить. Не знаю, тех же аборигенов сюда добавить с Фореста. Скопировать с разработчиками Фореста и просто немножко сюда засыпать этого добра. Они такие прикольные. Они вас без автомата уделают. А если вы будете с автоматом, все равно могут толпой взять. Но это Форест. О, а, понятно, провисают. Так, ладно, здесь я спустился, а вот, вот, кстати, ребятки, это тоже мне так Far Cry напоминает, там такие пещерки были. То есть, если бы у нас было альпинистское снаряжение, например, гарпун, или просто веревка с кошкой, кстати, веревка у нас будет, и, может быть, возможно, в будущем нам что-нибудь такое хорошее добавят, чтобы можно было спускаться вот таким образом, допустим. Защелкнули и спустились, например, в Радуге 6. А так я просто прыгнул. Ну, представим, что я какой-нибудь там Супермен, потому что у меня гудмод, и я не убился. Но ноги хрустнули. Соответственно, от них ничего не осталось. Бы. Так, смотрим дальше. Прикольно. Вот уже реально говорю, что реально все классно, прикольно. Вот эти вот штуки, может, помните, твит был, там что-то gold ore и что-то еще ore, то есть ore руда. Соответственно, золотая руда, еще какая-то там, я не помню, может, платина или что-то было. Так это вот эти кусочки, просто вкрапления. То есть это не ресурсы. Многие там подумали, вау, разрабы ресурсы новые добавят. Нет, ребята, не ресурсы новые. Это просто, просто такая красота. Так, какие-то ступеньки, ступеньки. Ну, есть, конечно, у меня ощущение, что все-таки Форестом они вдохновлялись. Понимаете, вот есть такое ощущение. По-другому я не могу сказать. Тут Форестом отовсюду отдает. Может, потому что просто Форест, родоначальник этих пещер по большей части. Он вышел все-таки раньше Арка. Не раньше, конечно, Раста, но все же. Так, я, по-моему, вернулся обратно, да? Ну, они реально здоровы, тут заблудиться можно. Так, здесь я был? Был. Там я был? Был. Реально огромные. Так, я еще хочу вам подъемник показать. Подъемник. О, кстати, вы же понимаете, что я сейчас с ноклипом. С ноклипом это все на изи. А без ноклипа вы убьетесь несколько раз. Вот такие вот штуки. А ну-ка, дайте-ка угадаю. Да, да, это импровизированная лестница. Почему-то у меня такое предположение, что вот эта лестница является обычной лестницей, обычной штурмовой лестницей. Ее просто наложили, сделали невидимой модельку, точнее, текстурку. Моделька-то осталась, ну тоже невидимая пускай. И вот так вот мы залазим. Просто я вспоминаю водосборник, вспоминаю все остальное, как разработчики все это кастовали. Бочку туда, бочку сюда, все одинаковые детали. То есть водосборник ломаем, у нас там совершенно другие обломки появляются. Ладно, вот эта штука, опять же, намекает, что как бы сюда бы зацепиться веревкой и спуститься вниз. Ну ладно, здесь можно и просто спуститься. Как бы мы могли бы еще глубже спуститься, но уже вода. И вот эти штуки, про которые я говорил недавно. Отщелкиваем водичку. Отщелкиваем водичку, ладно. Ну давайте поплаваем, с гудмодом можно. Видно, конечно, плохо, но по-другому мы пока что эти пещеры исследовать никак не сможем. А что еще можно отключить? А, понятно, нет. Ну окей, нет, нам так не надо, нам надо вот все-таки цельное, чтобы все было. То есть вот здесь такая штука, ребятки, смотрите. Да, вы упадете, вы подниметесь, но чтобы вам выбраться, надо будет пройти такой небольшой мини-квестик. Это очень хорошо и очень интересно. То есть не просто, что такие крутые залезли в пещеру и вообще герои. Нет, нам надо будет стараться сюда попасть, кстати. Давайте ноклип рубим. Тут что я нашел тут. О, вау, вау. Тут я нашел. Они как-то прогружаются непонятным образом. То есть их можно, в принципе, даже в ноклипе не заметить. Поэтому давайте-ка я как-нибудь... Я хочу понять просто, откуда вот это идет.
Эй, товарищ, откуда ты идешь? Так. Вода мешает. Ладно, сюда как-то можно, наверное, будет попасть. Поэтому давайте врубим ноклип дальше. И полетаем. Откуда мы прилетели? Во, ребятки, смотрите. Смотрите, какая штукенция. Так, туда я не знаю, мы не заходили. Сейчас я опять сориентируюсь. Все-таки здесь реально как-то... Я уже заблудился. Чего уж говорить, тут реально все классно. Допустим, мы такие идем. У нас потух факел, который мне предлагают с собой никогда не носить. Да, лучше же броню с собой таскать. Вот так вот вы залутались, идете с броней. У вас нет факела. Зато у вас броня даже в ходваре. Вы радостные, у вас куча лута. Спотыкаетесь, хотя такой возможности в игре нет. Спотыкаетесь, падаете и убиваетесь об вот эти колья. Вы оттуда выбраться не сможете. И что самое интересное... Ух, какой звук. Вас залутать-то особо не смогут. Нет, есть, конечно, небольшой шанс, что вы туда спрыгнете. Если есть телепорт на сервере, залутаете и хомнитесь. Ну, если сделать некоторые возможности такие интересные, типа кровотечение вот этой штуки, то нифига вы не улетите. А должны сделать, потому что иначе будет неинтересно, что так... Прилетел и все так. Хорошо, ноклип урубаем. Плывем дальше, да, плывем дальше. Что у нас тут? Тут у нас очередные карманы. Вот здесь можно строиться. Конечно, зону они очертили очень интересно. С другой стороны, я понимаю, почему так. Если бы можно было просто во всем кармане строиться, смотрите, что бы получилось. После вайпа врывается народ. Они бы в тупую просто застраивали входы и все. Так нечестно. В данном случае здесь разрешена стройка в правильном нужном месте. И, кстати говоря, тут даже можно... Вот так вот. Понимаете, то есть она как бы и мешает, а в то же время некоторую защиту тоже дает. Чтобы правильно застроить данное место, включайте свой скилл и застраивайте. Как разработчики уже писали, тут можно будет построить, по-моему, 3 на 3, и вроде бы что-то будет еще больше. Я не помню. Кто помнит, ребятки, пишите в комментарии под видео. Давайте, наверное, перейдем к другой пещере, какой-то поменьше, потому что эти все здоровые, очень здоровые. Так, что тут я увидел такое интересное? Ой... В общем, они прогружаются не полностью, и вот эта вода все мешает просто дико. Поэтому я поищу еще одну пещеру, какую-то мелкую, и мы ее осмотрим. Пещера под номером 3. Она не очень большая. Давайте просто кинем взором. Пробегаться мы не будем, потому что тоже вода мешает всему. Она как бы не здоровая, но и не маленькая. И тут карманы, карман. Карман, кстати, здесь уже карманы поинтереснее, смотрите. Тут уже можно застроить наглухо. Что как бы, я не знаю, ну... Кто успел, тот и съел, ребята. Можно просто оккупировать себе большую часть этой пещеры. С другой стороны, дом 2 на 2. Ну, вы понимаете, да? Это не очень много, но как минимум забаррикадироваться можно хорошо. Кто-то, конечно, это будет взрывать, а кто-то нет. Это очень классно. Идем дальше. Что у нас тут еще есть? Подъемника, кстати, я не вижу. Подъемника что-то нет здесь. Ну, я покажу вам подъемник, если найду. Ладно, переходим к следующей пещере. Пещера под номером 1. Она как бы глубокая. Но вроде как и мелкая. Смотрите, она вот такая получается. Опять же, эта вода все просто портит, не дает нам нормально посмотреть. Тут можно строить? Нет, тут нельзя строить. Но тут есть... Во, вот эта штука есть. Сейчас я отрублю ноклип. Open door. Дружок. Вау, 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 дружок, вернись. Я ж не поднялся-то в этой корзиночке. Да, она еще как-то... Да вернись же ты. Так, все, он спускается, да? Во-во, да, этот механизм. Вот, ребятки, смотрите. Так, кстати, они самые здоровые. Я видел куда более глубокие. Он так вот откручивается. Мы, конечно, по веревке лазить не можем. Это грустненько. Вообще, я не знаю, как я смогу сейчас подняться, потому что я в ноклипе. Без ноклипа я как-то вот... Ну, давайте попробуем, ладно. О, отлично. Поднимаемся. Такой вот классный лифт. Я бы сказал, ведро с веревками на самом деле. Но это называется лифт. Местный лифт. В стиле Раста. О! Так, надо теперь быстренько уходить. Прикольненько. Еще и воды можно набрать. Хотя такой функции нету. Ладно, давайте взглянем еще на одну пещерку. Она очень интересная. У нее интересный вход. Пещера под номером 8. У нее очень интересный вход. Вот такой. На Military Tunnels уже есть такой, да. Я думаю, вы не удивляетесь именно такому входу. Но в глубине, конечно, он тут совсем другой. Так, а что я не могу-то спуститься? Понятно, короче. Где тут мой гудмод? Нет, ноклип. Это не пускает меня нормально, ну ладно. Смотрите, здесь какая функция. То есть мы можем вот так спускаться вниз. Там, по-моему, дверки открываются. Можем здесь зайти с другой стороны. Как обычно, входов очень много. Кроется тут, разумеется, нельзя. Сама пещера... Пещера, да.
комплекс с пещерой, вот такие. Тоже взяли кусочек из РТ, скомбинировали, и получилось, ну, как я и про бочки рассказывал, получилось вот такое чудо. Тут вот входы есть, двери открываются, и, конечно же, тут есть вода, ребят, без воды никак. Я скажу так, это очень глубоко, это очень классно, эта дверь тоже открывается. Тут можно будет реально хорошие такие домики строить, оборонять их, воевать. Без NPC будет скучно, вот реально. То есть, кроме реальных игроков, никто вас не взорвет, никто вас не убьет. А вот реально неписи бы помогли, потому что вы приходите в эту пещеру, и вас выносят неписи. И, кстати, насчет лута. Не знаю, что в них будет. Может быть, будет лут, кстати говоря. Может, какая-нибудь руда будет. По-любому, что-то ценное должно в них быть. Те же ящики. Ну и, конечно же, классная возможность построить себе домик. Так, ну, я даже что-то не знаю, что тут еще. Вода, вода, вода. Ладно, ждем, когда они исправят воду. В принципе, такие вот классные пещеры, ребят, мне понравились. Ждем, когда это все ведут. Я думаю, с Global Wipe в ноябре, но есть шанс, что могут и отложить. Хотя, со стороны разработчиков, проще, конечно же, это ввести в ноябре, чтобы мы уже начали это обкатывать, находить ошибки, репортить. Так дело пойдет намного быстрее. Текстуры, в принципе, уже есть. Осталось только убрать воду, и все. Можно будет комфортно заселяться в пещерке. И тогда уже финт из-за воды проседает FPS, потому что она под картой не прокатит. Потому что ее, может, там уже и не будет. Возрадуемся этому. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И удачи! Видео получилось весьма долгим, но ничего.